Атмосфера классная, много людей, все кричат, поддерживают команду. Снег валит, ну, можно сказать, последние деньки зимы, надеюсь. Больше, чем команда, и все получится, все будет круто. Главное, больше побед. Слушайте, друзья, ну шикарно. Во-первых, несмотря на погоду, матч состоялся. Это самое важное. То есть вот, и такой матч приехал «Спартак». Наша задача их обыграть. Сделать максимум из того, что мы можем. И с новыми силами в новый сезон. Ура! Вперед, Лока! Только так. Матч окончен! Победу со счетом!